целью нашего сегодняшнего видео сделать кулеру USB выход. Поэтому мы берем обычный провод с USB, обрезаем его. Здесь нам нужны только два провода, красный и черный. Теперь берем Molex разъем обычный. И нам здесь нужно тоже только красный и черный провод. Загибаем в этот раз в другую сторону. Так. Стоп. Теперь делаем вот так. И вот у нас теперь проверяем, пробуем. Подсоединяем наш USB разъем. С одной стороны. Процессорный кулер. Вот обычный процессорный кулер. Это уже после модификации. И подключаем к нашему разъему. И что мы слышим? Видим. Вот он работает. Вот такая вот у нас получается система. Отключаем. Включаем USB. И он останавливается. Запускаем. Отпускаем. Пробуем опять наш простой кулер. Подсоединяем к USB. И смотрим. Сюда. Ну вот видите, все работает. Один из вариантов применения данных USB, подключения USB к Molex'у, послужила такая подставка под ноутбук. Она представляет из себя вот такую вот, столешницу. И теперь, если мы подключим USB, вот так вот подключаю USB. У нас происходит охлаждение. Такое охлаждение дает снижение температуры порядка 10 градусов.